популярный певец и композитор отмечает 50-летие. Дмитрия Маликова поздравили родные и звездные друзья. Сегодня артист принимает поздравления с юбилеем. Его 19-летняя дочь Стефания опубликовала нежное семейное фото, на котором запечатлена вместе с родителями, Дмитрием и Еленой, а также младшим братом, 2-летним Марком. «С днем рождения, наш единственный и неповторимый», — написала Стеша. Девушка опубликовала видео. Она вместе с мамой и братом подготовила для главы семейства сюрприз, украсив холл воздушными шарами и надувными буквами золотого цвета, из которых составили слово «Палтос». Музыкант уселся за любимый рояль и наиграл популярную песенку крокодила «Гены пусть бегут неуклюже». После этого Марк вручил папе картинку с изображением торта. Певец тепло поблагодарил взрослую дочь и юного наследника. Маликов опубликовал на своей странице забавный коллаж, на котором предстал в реальном времени и в совсем юном возрасте, когда только начинал творческий путь. А могли ли мы достичь большего, приятель? Будь здоров! Не кашляй! Сднюхай тебя! Обратился он сам к себе. Певца поздравили многие звезды. Димочка, дорогой, с юбилеем! Будь здоров, живи на всю катушку, твори, люби, будь счастлив сам и делай счастливыми своих близких и всех поклонников твоего таланта, обратилась к нему певица Валерия. Ты совсем не тянешь на эту цифру, на мой взгляд. Но тем не менее, добро пожаловать в клуб, кому 50. Ты отличный друг, семьянин, сын и отец. Никогда не видел тебя в жизни. С тех пор, как познакомился с тобой, грустным или недовольным, а знакомы мы с тобой с 17 лет. Вот так и пролетели 33 года незаметно. Дорогой Дима, с юбилеем тебя! Будь счастлив! Подхватил супруг Валерии и ее продюсер Иосиф Пригожин. Игорь Николаев опубликовал архивное фото, на котором они с Маликовым предстали совсем молодыми. Дорогой Дима, на этом фото мне еще не 60, а тебе далеко не 50. Ну, к мысли, что мне 60, я привыкаю с трудом, но в то, что тебе 50, просто невозможно поверить. Ты и вся твоя семья – это вечно юные и вечно красивые люди. Вы живете в окружении красоты. Твоя доброта, любовь к живописи и классической музыке создают неповторимую атмосферу для воспитания твоих детей. Твой профессионализм и настойчивость в достижении целей – для них большой пример. Продолжай дальше обманывать время, и всегда оставайся таким же молодым, светлым и позитивным человеком. Люблю, с юбилеем, отметил Николаев. Еще один интересный кадр из прошлого показал давний друг Дмитрия, Валерий Сюткин. Музыканты позировали верхом на ишаках. С юбилеем, Дима! Здоровья, удачи, успехов и хороших новостей, сказал наставник 8-го сезона шоу «Голос». Ранее Маликов откровенно высказался об отношениях с супругой Еленой, отметив ее непростой характер. Он показал необычное фото с сыном. Артист сделал оригинальный презент бывшей возлюбленной Наталье Ветлицкой.